болотное животное водно-болотных угодий. Болотники всех видов, птицы, динозавры и прочие, нашли болотистые заболоченные земли богатой пищей. Заполняя ниши, обычно занятые птицами в других местах, некоторые динозавры острова продемонстрировали странную специализацию. Фалкотопс, что в переводе «морда косарь», был болотным тераподом, питавшимся падалью и моллюсками. Изогнутая беззубая морда динозавра была идеально приспособлена для того, чтобы проскальзывать внутрь раковины моллюска, отрезать улитку от стен ее дома целиком, чтобы затем проглотить ее. Белые цапли и обычные цапли патрулировали мелкие лужи. Некоторые, такие как цапля с острова Черепа, являлась местным видом, в то время как большинство других обитали по всей Юго-Восточной Азии. Обитатели острова Черепа, Логгерхед или Лесорубоголовый, питались в солоноватых отмелях среди кустарников из сорняков. Белые и другие цапли иногда садились на их головы. Тераподы были, возможно, самыми успешными динозаврами на острове Черепа, демонстрируя потрясающее разнообразие среди множества существующих видов. Одним из наиболее специализированных был крошечный рыбак со сплющенными лапами фурцедактиль, что в переводе «пальцы вилки». Используя мелкие пруды в качестве питомников, молодые фетодоны плавали среди сорняков, охотясь на беспозвоночных и ксамоптериксов, до тех пор, пока они не вырастали и не становились достаточно большими, чтобы выживать на берегу. В молодости они часто были добычей для болотных птиц, например, остроклювых цапель под названием «великие серые», ловко управляющиеся с кожистой броней фетодонов. Но все изменится, когда крошечные рептилии вырастут. Если вы любитель вселенной острова Черепа, других вымышленных миров или вам просто понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу радовать вас видео по этой тематике. Yeah.